Эй, привет. Привет. Во-первых, привет. У тебя дома? Да, привет, у меня дома. Как начался твой день? День начался сегодня с эфира прямого. Какие планы на день? Бесить всех. С кем бы ты хотела провести этот день? Я этот день проведу с тысячами людьми, потому что мы готовимся к клипу, и что бы я хотела, тут никто меня не спрашивает. Хорошо. То есть ты проведешь сегодня с репетициями, правильно? Да, да. Ну, в принципе, все приятные люди. Чему бы ты хотела научиться? Готовить. Я не умею готовить. И ты знаешь, я постоянно собираю себе какие-то... Всем привет! Здравствуйте! Уходите! Я собираю себе постоянно еду из уже готового заранее. Но что меня научили недавно, это солить ягоды. Это очень вкусно. Здесь у меня авокадо, орехи, семечки, кедр, орехи. Кладу вот так. Очень красиво, да, выглядит? Голубику и гималайская соль. Она не такая соленая, как обычная соль. Соленая голубика. В этом что-то есть. Это кто научил? Секрет. Хорошо, сообщение. Повар! Или повар! Да, кто? Сообщение или звонок? Сообщение. Кому ты писала последний раз? А последний раз я написала... Давай мы посмотрим. Давай. Мое последнее сообщение... Окей, написано. Это продюсер клипа. Он попросил, чтобы я привезла денег. Хорошо. Твоя любимая книга? Моя любимая книга... Мария Каллас. История Марии Каллас, певица. Не знаю почему, я сейчас об этом вспомнила. Она не любимая самая, но она из нормальных. Люблю биографические истории. А любимая песня? Любимая песня. Я меломан, я люблю все песни на свете. А из своего репертуара? Ну еще что, новый альбом. Что ты делаешь? Хочу засунуть свечку туда. Нет, надо подрезать. Какое самое нелюбимое блюдо? Я не такого... Не такой человек, чтобы что-то любить, не любить. Нет такого. Просто нет такого. Меня не кормят нелюбимым. Я не выбираю нелюбимое. Нет такого. Какой проект ты считаешь был самый успешный для тебя? Проект. Я не знаю. Мой успешный проект. Каждый успешный. Я люблю все свои проекты. А в каком бы фильме ты хотела сняться? Комедия. То есть твой любимый жанр фильма – комедия? Или любишь драму? Не, я люблю очень драмы, но комедию я бы снялась. Комедию обязательно. Это мой попугай, его зовут Аркадий. И соавтор нового альбома, его тоже зовут Аркадий. Я потом только сложила это в своей голове и думаю, что? Я ему рассказала, конечно, об этом, мы долго смеялись. Не, ну это ж странно человеческим именем называть птицу, наверное. Ну, хотя он для меня друг, он мой собеседник. А какой цвет помады твой любимый? Цвет помады. Нету любимого или нелюбимого. Мне все нравится. Сейчас уместно этот цвет. Потом будет неуместно этот цвет. Это моя косметичка. Я ее беру с собой. Тут очень много. Смотри, давай, кстати, какой здесь есть цвет. Вот, такой первый. Смотри, есть. Нюд. Нюд.
Да. Тебе достаточно света все. Да. Есть другой нюд. Угу. Но это не все. Есть третий нюд. Ну, понятно. И причем они все разные. И это играет важную роль, какой оттенок сейчас. Безусловно, красный. Заметь, что они все по палитре очень подходят друг к другу. Здесь подобрана правильная, ну как, правильная теплота оттенка. И есть очень классная помада, она нравится мне тем, что она бальзам, сама она вот такого черного цвета. То есть она не отпечатывается? Нет, это просто бальзам. Но он такого черного цвета. Мне очень нравится и восстанавливает губы. Сохнут губы, когда много занимаюсь, репетирую много. В общем. Есть ли элемент одежды, который выражает твой стиль? Мой стиль. Давай разберем мой стиль. Разделим между стилем дома и, ну, бытовой. Да, и такой стиль, как назовем его, сценический. Пошли, покажу тебе стиль. Вообще у меня все. Я живу со своими всеми людьми. Да, можно к вам? Спасибо. У меня стиль, это все сцена. И чуть-чуть меня. Какой-то чуть-чуть меня. Очень люблю этот костюм сейчас. Потому что он как будто из латочек собран. Я чувствую себя дома, по-домашнему. Сегодня его одену. Хочу чувствовать себя по-домашнему, потому что очень много будет физические нагрузки, и хочется потом закутаться во что-то. Это, кстати, я с Африки привезла, и с Намибии, и мне нравится, как они... Я тебе дарила эту штуку? Давай. Спасибо большое. Это создает... Ну, смотри, это из бусин, да, мы также можем делать украинские. Я подумала, надо купить, чтобы себе в пример иметь, что обязательно надо такое сделать с украинским орнаментом. А есть ли любимые дизайнеры, с которыми ты прям вот твои, ты любишь с ними работать? Да, Сильченко, The Code, David Koma, прям мы дружим, вот. Это коробки, это приехала ко мне примерка. Это вот столько, так вот DHL все передают. Это все на клип. Это все приехало на клип, да. Вот тут. Есть много одежд, которых, например, я никогда не одену, но они разработаны специально. Вау, Леди Гага какая-то. Да, это, кстати, ее дизайнеры делали. Ну, это не совсем мне подходит. Часто... То есть это отправится назад? Это отправится назад, да. Такое бывает. Хорошо. Что в мире музыки надо мешать прямо сейчас? Какие-то, может, тренды новые? Новые тренды. Ха-ха-ха. Мир музыки, тренды. Это надо, да, игровая, ты знаешь, он уже вырос, надо менять. Все надо, все можно соединить. Нету стопов, кураж. Не останавливаться ни перед чем. Я имею в виду не аморальные вещи, а не думать о том, что вот завтра тебе кто-то скажет, ну это... Не прикольно. Не думай об этом. Отпусти. Какая твоя слабость? Есть ли такая? Я очень люблю вкусный хлеб. А сладенькая?
Да, там, где много крема. Мне можно просто подарить миску крема. Спросите меня, что мне подарить на день рождения. Мисочку крема. Хорошо, день рождения. В какой город ты скоро поедешь? Город. Город Киев, потому что я живу под Киевом. Хорошо. А какую страну еще хотела бы посетить? Ой. Я пойду в Непал, в поход, и мы будем жить в лагерях, в палатках, и наша задача — дойти до лагеря Эвереста первого, у подножия, там, ну, не у подножия, он уже там на какой-то определенной высоте, и потом мы летим на вертолете на Эверест. И это путешествие я очень сильно жду, я хотела его сделать в марте, но в марте будут концерты, и мы идем в октябре. Это пеший тур по 6 часов. Нет, по 12 часов в день мы идем. Это очень сложно, но я не боюсь. I need it. То есть ты любишь экстрим? Да, да, мы будем идти по обрывам и наблюдать рассвет на заснеженных непальских хребтах. А подписчики смогут увидеть хоть немножко? Только на моем Patreon. Окей. Скажи какую-то любую скороговорку. Очень быстро. Да? Корабли лавировали. Да, не лавировали. Еще такой вопрос. Что ты чувствовала, когда попала на обложку книги Vogue? Книга Vogue — это эпик. So epic. Вот это я и почувствовала. Одно место, которое обязательно стоит посетить в Киеве. Мои ворота у дома. Я шучу. Смотри, какая у меня. Fortnite. Это комиксы. Да, ты что-то знаешь о них? Нет. Неважно. Место посетить в Киеве. Андреевский спуск. Очень красиво. Хорошо. А когда у тебя какие-то новые... Хорошие новости. Кому первому позвонить, чтобы об этом сказать? Венечке. Он сейчас в Англии? Сейчас в Англии, да. Мы тут рисуем друг другу сообщения, да. Класс. Когда выходишь на сцену, что чувствуешь? Когда выхожу на сцену, что чувствую? Ну, такой, знаешь, прилив драйва, желания подарить счастье, насладить людей музыкой. Пошли кофе пить. Куда дальше едешь? Куда дальше еду? Еду у нас сейчас... прогон номера. Выпятите. Сегодня я буду шить платье. Скандал называется. Поедешь? Да. Тебе не сложно просыпаться утром? Ты же айворонок. Я встала сегодня в 6. И вчера тоже. Я встаю в 6 утра. Мне нравится. Я потом тренируюсь. Много думаю. О чем же я думаю? С кем бы ты хотела записать еще дуэт? Час у нас остановится. Бля, твое? Пожалуйста. Очень полезно кофе с... Давай. Очень полезно кофе с грейпфрутом. Держи. Вот так. Вау! Круто! Дуэт. Коллаба, да? Угу. С разными можно делать. Нужно. Я готова ко всем. Главное, чтобы была песня крутая. Эй, не... Мешай. Не делай брак нам. По звуку, да, не мешай. На, тоже хочет что-то чуть-чуть вкусненького. Кушай, маленький. Не за что. Он поблагодарил.
Он что-то умеет говорить? Да, очень много. Копирует голоса. Мяукает. Даже мяукать умеет. А если бы ты смогла заглянуть в будущее, что бы ты хотела узнать? Так, наверное, лучше по свету будет. Становись так. Заглянуть в будущее, узнать, к чему клонит этот коронавирус. И что ты пожелаешь себе сегодняшнее? Сегодня? Kill, 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 kill. Было, отлично, да? Да, круто. Класс, попей кофе. И где Дамбалан? Аркаша, где Дамбалан? Что?